не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. Хакасия и Тува объединились в обращении о передаче дороги Абакан-Ак-Довурак в федеральную собственность. Для приведения этой дороги в нормативное состояние необходимы значительные финансовые средства, поэтому двум регионам целесообразно передать ее в федеральную собственность. Я буду говорить прежде всего про дороги. Один из мудрецов сказал о том, что хочешь быть богатым, строй дороги. И это действительно так, для того, чтобы мы были развитыми, для того, чтобы мы говорили об экономике, нужно строить дороги. И в этом отношении не только нужно говорить о заграничных дорогах, но и в том числе о дорогах развитости, инфраструктуры в Сибирском федеральном округе. Вот мы со своими коллегами с Хакасией, с Кемеровской областью подписали соглашение, по которому дорога становится намного короче между Новосибирском и Хакасией и Тувой. Буквально почти 300 километров мы сократили. Сейчас мы имеем амбиции, допустим, соединить Чуйский тракт с Енисейской нашей территорией. И тогда у нас получится буквально там 70 километров перевалить через хребет, и мы будем иметь возможность уже выйти к международному таможенному пункту Ташанта. Ну а если уже говорить про Енисейскую Сибирь нашу, то нужно сказать о том, что наш проект, он живой, он действительно под собой имеет колоссальный ресурс, потенциал, есть инвесторы, инвестиционные компании, которые проявляют особый интерес. Только нужно все это воедино соединить, чтобы государственный интерес совпал с тем, что хотят получить акционерные наши компании. Помимо этого, Хакасия активно продвигает строительство транспортного коридора Абакан-Бийск, который позволит сократить расстояние от Абакана до того же Новосибирска на 300 километров. Поскольку этот транспортный коридор, согласно проекту, будет примыкать к дороге Абакан-Ак-Довурак, то у Тувы появится возможность значительно сократить расстояние до многих сибирских городов. На встрече прямо было озвучено, что дорожные проекты, реализовать которые планируются с большим участием федеральных денег, правильнее продвигать совместно. К слову, за продвижение транспортного коридора, дабы проект получил федеральное финансирование, высказались почти все участники встречи. Заявку на получение федерального финансирования оформлять будет Республика Хакасия. Власти решили уже в этом году запустить обсуждавшийся 15 лет проект строительства первой железной дороги в Туве. Напомним, магистраль Курагин-Козыл длиной более 400 километров должна связать Туву с Красноярским краем и железнодорожной сетью России. Планируется, что ее ввод позволит активнее осваивать месторождения региона. Первую же железную дорогу в Туве Кызыл-Курагина построят с помощью армии, рассказал в рамках Красноярского экономического форума глава республики Шалбан Караул. Он отметил, что по разным оценкам срок строительства железной дороги Кызыл-Курагина составит от 3 до 5 лет. По его словам, глава Минобороны Сергей Шойгу обратился в правительство с предложением задействовать железнодорожные войска при строительстве дороги. С этого года начнется это строительство. И для Енисейской Сибири это будет реальный выход на серьезный спрос, на серьезные рынки. На Красноярском экономическом форуме были представлены два инвестиционных проекта, которые направлены на развитие экономического благополучия Республики Тыва. «Межигей-Уголь» вложит в создание угольного комплекса в Туве более 11 миллиардов рублей, следует из презентации проекта «Енисейская Сибирь», опубликованного в рамках Красноярского экономического форума. Проект включает в себя строительство угледобывающего комплекса на Межигейском месторождении Улухемского угольного бассейна, освоение Межигейского месторождения каменного угля, строительство шахты и объектов наземной инфраструктуры. Также в рамках форума презентовали проект освоения Тарданского месторождения рудного золота. В нем планируется строительство объектов инфраструктуры, обогатительных фабрик и добыча рудного золота. Тардан Голд вложит около 1,5 миллиарда рублей в создание золотодобывающей фабрики в Туве. Напомним, Енисейская Сибирь включает 32 инвестиционных проекта с общей заявленной стоимостью около 2 триллионов рублей на период 2019-2027 годов и свыше 3,5 триллионов рублей на период 2019-2035 годов. Проект реализуется на территории Красноярского края, Хакасии и Тувы.
Участники губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 2019 прошли курсы повышения квалификации по программе «Фермер-предприниматель» на базе сельскохозяйственного факультета ТУВГУ. В комплексную программу включены вопросы правовой основы ведения крестьянско-фермерского хозяйства, налогообложения, составления бизнес-планов, основы животноводства с преимущественным уклоном по овцеводству. Слушателями программы являются молодые люди, получившие государственную поддержку для создания крестьянско-фермерского хозяйства. Тема же практического занятия – окотная кампания, выращивание новорожденных ягнят и козлят. Слушатели отметили положительный эффект до закрепления теоретического материала на практике. Губернаторский проект «Кыштаг для молодой семьи» направлен на развитие сельского хозяйства в Республике Тыва и включает в себя увеличение численности мелкого рогатого скота и основание новых фермерских хозяйств. Напомним, количество полученного на 1 марта приплода составило более 70 тысяч голов. В общей же сложности численность мелкого рогатого скота к концу массового окота, который завершится примерно в конце мая, должна увеличиться на 539 тысяч голов. В рамках губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи», в котором участвует более 300 семейных ферм, планируется получить и сохранить более 32 тысяч ягнят. И о курсах валют на сегодня. Доллар стоит 64 рубля 73 копейки, евро 72 рубля 72 копейки. Жизнь без химии. Такое возможно? Да, вместе с Greenway. Товар для чистоты и экологии твоего дома. Эко-косметика уже в Кызыле. Почтово 98-8913-355-006. Кызыл, встречай московскую ярмарку верхней одежды. Мужские и женские куртки по оптовым ценам. Размеры до 72-го. Торопитесь. ЦУМ, цокольный этаж. Все о дорожных происшествиях и криминальных событиях. Наблюдения очевидцев и собственные шокирующие репортажи. От поучительного до абсурдного. Смотрите каждую среду в 19 часов в программе «Патруль» на телеканале «Новый век». В Туве сотрудниками полиции продолжаются оперативно-профилактические мероприятия по выявлению фактов незаконного оборота нелицензированной алкогольной продукции. Так, накануне 31 марта около 4 часов утра на автодороге Р-257 Енисей инспекторами ДПС с целью проверки была остановлена «Газель» под управлением 40-летнего кызылчанина. Осмотрев автомобиль, сотрудники ГИБДД обнаружили в салоне большое количество картонных коробок, наполненных стеклянными бутылками с алкоголем. На бутылках отсутствовали акцизные марки. Водитель пояснил, что товар принадлежит жителю города Кызыла. Сотрудники полиции вызвали владельца груза на допрос. Мужчина рассказал, что спиртосодержащую продукцию приобрел в Абакане. Алкоголь общим объемом 480 литров был изъят и направлен на исследование. Граждане доставлены в дежурную часть полиции для дальнейших разбирательств. Мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов незаконного оборота спиртосодержащей жидкости и алкогольной продукции на территории республики, проводятся сотрудниками полиции на постоянной основе. И будут продолжены. Тувинский исполнитель горлового пения, лауреат первой степени международного симпозиума «Хоймей. Феномен культуры народов Центральной Азии» Ринат Чурукай представил Россию на международном многожанровом фестивале-конкурсе «Международные дни искусств в Казахстане». Хумеджи выступил в жанре фолк-вокал. Композиция, которая в итоге принесла Ренату победу, называется «Базырыктар», что в переводе означает «курганы». Впервые песня была представлена в Туве на волнах радиостанции «Голос Азии». Фестиваль конкурса «Международные дни в Казахстане» собирает исполнителей разного возраста. В этом году его участниками стали свыше 800 человек, среди них представители России, Киргизии, Грузии, Узбекистана и Казахстана. Этот масштабный фестиваль открывает своим участникам дорогу на большую сцену. К примеру, участники в номинации «Академический вокал» проходят прослушивание для фонда имени Лучана Паваротти. Кубок Гран-при и сертификат на участие в конкурсе в Италии Хумеджи из Тувы вручил лично президент ассоциации «Фестиваль энд Контест» Кристиан Картачетти. В июле этого года в итальянском городе Порто-Сан-Джорджо Ринат представит Россию среди вокалистов стран СНГ и Европы.
Театр юного зрителя принял участие в международном многожанровом фестивале-конкурсе искусств «Про творчество», который проходил с 22 по 25 марта в Москве и стал лауреатом первой степени в двух номинациях – «Театральное искусство» и «Художественное слово». Театру был вручен диплом лауреата первой степени за подписями членов жюри и президента благотворительного фонда имени Тургенева Ивана Жданова. И каждый участник был награжден золотой медалью. Театр юного зрителя города Кызыла подтвердил свое мастерство на сцене концертного зала «Москомспорта», получив первое место за тувинскую сказку «Алдын Кушкаш» «Золотая птичка». А также в номинации «Художественное слово» выступила актриса Тюза, ученица 6 класса школы номер 1 Кристина Аюн со сказкой «Хан ослиные уши». Также в номинации «Художественное слово» выступила актриса Тюза, ученица 6 класса школы номер 1 Кристина Аюн со сказкой «Хан ослиные уши», за что жюри присудило ей первое место. Своими успехами тюзовцы уже поделились с жителями республики в прямом эфире радиостанции «Голос Азии». Мы показывали «Золотую птичку». Это сказка «Золотая птичка», «Алдын Кушкаш», тувинская сказка, лауреат первой степени. В номинациях? В номинациях, сейчас расскажет Дензин. Вспоминай, Дензин. В номинациях лауреат. Театральное искусство, я понимаю. Театральное искусство. Ага, и второе? И второе, по-моему, взяла Кристина. Художественное слово, да? Художественное слово. Замечательно. Напомним, что Кызыльский тюз неоднократно становился лауреатами различных конкурсов и фестивалей, благодаря чему любим зрителям не только республики, но и за ее пределами. По республике переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Местами порывы до 12 метров. Температура воздуха ночью от минус 1 до минус 6 градусов. Местами от минус 11 до минус 16 градусов. Температура воздуха днем от плюс 10 до плюс 15 градусов. Местами от 0 до плюс 5. В Кызыле переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от минус 3 до минус 5. Днем от плюс 11 до плюс 13 градусов. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595 555.